Небывалым приростом заболевших коронавирусом отметились минувшие выходные. 122 новых пациента за 3 дня. Специалисты Роспотребнадзора связывают такой подъем с началом снятия ограничений. Кроме того, отмечается, что за последнюю неделю увеличилось количество тяжелых случаев. На сегодняшний день их 30. 6 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. За все время пандемии диагноз коронавирус подтвержден у 1612 человек. Выздоровело 1063, это 67%. Смертельных случаев 12.